Безработные получат почти 15 миллионов рублей из областного бюджета. Финансовую помощь от региональных властей выделят лишь тем, кто собирается открыть свое дело – 110 омичей. Выплаты предоставят на конкурсной основе, чьи бизнес-планы получили положительное экспертное заключение. Средства могут быть потрачены на приобретение основных и оборотных активов, оплату аренды помещения и зарплаты. Размер выплаты составляет не менее 135 тысяч рублей и зависит от количества создаваемых рабочих мест для трудоустройства.